Многие ребята заранее готовятся к службе в рядах Вооруженных сил России. Они занимаются физкультурой, увлекаются военно-прикладными видами спорта и стараются проявить свои знания и умения на престижных соревнованиях. Военно-спортивные соревнования среди допризывной молодежи Краснодарского края, посвященные Дню защитника Отечества, прошли в Славянском легкоатлетическом манеже «Олимпиец». Почетные гости приветствовали собравшихся на торжественном открытии состязаний. Дорогие ребята, я уверен, что вы сегодня покажете хорошие результаты. И хочу выразить вам слова благодарности, что занимаетесь военно-прикладными видами спорта. Уверены, патриотичны, вы сильные духом, но вот эти соревнования и укрепляют. Представители ветеранских и патриотических организаций пожелали участникам спортивных побед и успехов в освоении военного дела. В соревнованиях приняли участие 29 команд из 11 городов и районов Краснодарского края. Участники состязаний проводили сборку и разборку автомата Калашникова, снаряжали автоматный магазин патронами, стреляли из лазерного оружия, прыгали в длину с места, отжимались от пола, надевали общевойсковой защитный комплект, участвовали в военизированной эстафете. По итогам соревнований уверенно победили петровчане из 29-й школы от военно-патриотического клуба «Будущий воин». На втором месте команда ВПК «Беркут» из 12-й школы. На третьем ребята из «Монолита» от Ахтырского техникума.